С вами Дерек и Хилари Уокер из Библейской Церкви в Оксфорде. Сегодня мы поговорим с вами о принципах молитвы, которые изменят вашу молитвенную жизнь и помогут вам каждый день жить в Божьем присутствии. Чтобы лучше разобраться в молитве, нам нужно обратиться к основам учения Иисуса, а именно к молитве «Отче наш». Мы читаем из 6 главы Матфея, начиная с 9 стиха. Иисус сказал: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь». Как видите, это просто схема, а не то, что следует заучивать наизусть. Мы должны начинать свой приход к Нему с хвалы и поклонения. Для этого я бы хотела порекомендовать вам Псалом 17. Думаю, он вам очень поможет. Здесь мы читаем о том, как Давид столкнулся со своими врагами. Это были весьма реальные враги. Они хотели убить его, они хотели уничтожить. И здесь Давид обращается к Богу. Он не говорит: «На помощь! Спаси меня от моих врагов!» Вот с чего он начинает. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое». Давид провозглашает, кто Господь для него. «Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». Заметьте, что только в конце 4 стиха он вспоминает о своих врагах. Многие из нас сразу бы заговорили о врагах. Да, ведь он находился под давлением. Невероятным давлением. Да, но он знал, что ему нужно прийти к Богу, прославляя Его имя. Поэтому он и говорит: «Господь, Ты мой щит и моя скала, Ты моя сила. Ты имеешь ответ на эту ситуацию. Мой взор устремлен на Тебя, и я превозношу Твое имя». То же самое нам нужно делать, когда мы чувствуем себя слабыми. Нам нужно говорить: «Господь, Ты моя сила, Ты моя победа, Ты мой успех, Ты мой пастырь, Ты проведешь меня через эти ситуации, и я благодарю Тебя за это». Хвала — это и есть провозглашение имени Господа. А благодарение — это когда мы принимаем или присваиваем все эти качества себе. Например, мы можем сказать: «Господь, Ты всемогущий, я славлю Тебя». Это хвала, а благодарение — это когда мы говорим: «Ты моя сила, я благодарю Тебя за это. Ты не просто Спаситель, Ты мой Спаситель». Именно такие хвала и благодарения упоминаются в молитве «Отче наш». Не просто «Ты Отец, и я славлю Тебя», а «Ты мой небесный Отец. Слава Тебе». Это очень важно, потому что мы входим в присутствие Бога через хвалу и благодарность. А когда мы уже рядом с Ним, мы можем поклоняться Ему и класть у Его ног нашей жизни. Вот как нужно начинать молитву, какой бы срочной ни была наша нужда. Какой бы неотложной ни была ситуация, вначале нам нужно прийти в присутствие Бога, и там мы уже поймем, как нам следует молиться. То есть все начинается с того, что мы возводим свои глаза к Нему. Но самое удивительное, что когда мы видим Его, мы начинаем видеть, кто мы в Нем. Пока наш взор устремлен на себя, мы никогда не увидим себя и свою ситуацию в правильном свете. Но когда мы видим Его, мы видим, кто мы. Отец Небесный, кто я? Я Твое дитя, Ты мой любящий Отец, и я под Твоей заботой и любовью. Я внезапно начинаю видеть свою жизнь такой, какая она на самом деле. И на основании осознания этой благодати я и начинаю молиться. Если вы приняли Иисуса Христа, то вы Божье дитя. Надеюсь, вы приняли Христа, потому что так вы можете стать ребенком Бога. В Евангелии от Иоанна 1 главе 12 стихе сказано: «Тех же, кто Его принял, Кто уверовал в Него, наделил Он правом быть детьми Божьими, детьми необычным образом рожденными, не от влечения плоти и не от воли человеческой, но от Бога. Вы можете родиться от Бога и быть ребенком Божьим, и вы можете молиться так, если вы приняли Иисуса Христа. Любопытно, что в послании к Ефесянам сказано: «Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество или всякая семья на небесах и на земле». Если вы Божие дитя, то вы получили имя Отца, поэтому все Его имена применены к вам. Теперь Он не просто Спаситель, а мой Спаситель. Он не просто всемогущий Бог, а моя сила и моя крепость. Слава Богу! Он — любовь моей души. Теперь имя Бога над нами. И когда мы прославляем Его, то мы должны провозглашать Его имя над нашей жизнью. Что мы говорим? Мы говорим: «Ты Господь, наше исцеление, наша победа. Ты не просто Господь, Ты Господь мой мир, Ты Господь моя жизнь, Ты мой Господь, Ты мой Отец». А вот что значит фраза «Да светится имя Твое». Вот как мы освящаем Его имя. Мы применяем Его имена к себе. «Ты мой пастырь» и так далее. А вот почему в притчах 18 главе 11 стихе сказано: «Имя Господа — крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен». Вам нужно стать праведным через кровь Иисуса, и тогда вы сможете укрыться в Боге. А как можно убежать в имя? Вы делаете это, прославляя Его имя. «Господь, Ты моя крепость, моя защита и мой щит». Делая так, вы убегаете в Его имя. Так вы окружены Его именем. Вы входите в тайное убежище всемогущего Бога. Как раз перед молитвой «Отче наш» Иисус сказал: «Когда молитесь, то зайдите в тайное место и закройте за собою дверь. Там вы встретитесь с Богом». А как войти в это тайное место? Именно этим ключом я хочу поделиться с вами сегодня. Как вы туда входите, почитая или прославляя имя Его. Прославляя Его имя, вы входите в крепкую башню, крепость, где вы в безопасности и рядом с Богом. Возможно, вам сразу же вспомнился 90-й псалом. Тут сказано: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Буквально тут сказано «покоится в тени Эль-Шаддая». В тени Эль-Шаддая. Если мы обитаем в этом тайном месте, а Иисус сказал: «Когда молитесь, идите в тайное место». Когда вы входите в тайное место Господа, то оказываетесь в тени Его крыльев, под Его защитой и благословением. Но как же мы входим в это тайное место? Ответ находится во 2 стихе. «Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Что Он делает? Благословляет. Он прославляет имя Господа. «Ты мой Бог, Ты моя крепость». Вот как должны мы начинать наши молитвы с провозглашения имени Господа. «Ты мой Бог, моя крепость». Вот как вы приходите в тень Эль-Шаддая, в тайное божественное место. А затем там идут обещания. В 90-м псалме очень много красивых обещаний. Да. Но многие люди не понимают, что невозможно войти в эти обещания, если вы не вошли в тайное место. Эти обещания для тех, кто вошли в тайное место. Да, там сказано: «Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы». В мире много различных заболеваний. Верно. А дьявол раскидывает сети. Да. Как же можно иметь свободу от всего этого? Нужно находиться в тайном месте, под покровом Всевышнего. «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен. Щит и ограждение истины Его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящей днем». Некоторые атаки невидимы, ночью во тьме. Некоторые атаки более очевидны. Они происходят днем. Но нет никакой разницы, если вы находитесь в тени Всемогущего. А как попасть в тень Всемогущего? «Да светится имя Твое». Ты моя скала, Ты моя крепость. Я скажу о Господе, то есть нужно не просто думать так, но и говорить. Я скажу о Господе, и вы должны говорить это смело. Господь, Ты мой целитель, Ты моя жизнь, Ты жизнь моя. Когда вы чувствуете себя слабым, вы обязательно должны провозглашать это, слава Богу. Из-за невидимых атак мы можем чувствовать себя просто ужасно. И в такие моменты совсем не хочется превозносить имя Господа. Вам кажется, что это будет лицемерием, потому что вам сейчас так плохо. Но на самом деле прославление Его имени — это выход и ответ для вас. Итак, тут сказано, что Бог защищает вас от язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. То есть этого нам не нужно бояться. А затем сказано, «Падут подле тебя 1000». Мы так часто говорим, «Вы слышали, что произошло с тем и с тем? Значит, так может произойти и со мной». Но это не обязательно. «Падут подле тебя 1000». К нам это не приблизится. Аминь. Мы провозглашаем это. «Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым». Да. Это те обещания, которые мы можем иметь, когда войдем, а затем сказано, как мы туда входим. Тут конкретно указано, каким образом мы входим. «Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим». На английском это звучит весьма странно, поэтому и перевод получился не совсем правильный. В оригинале на иврите сказано, «Поскольку ты сказал, ты Господь, упование мое», звучит странно, потому что это не прямая речь. Давайте попробуем еще раз. «Поскольку ты сказал, Господь, ты мое упование, Всевышний стал твоим прибежищем». Итак, как он попал в тайное место или в тень Всемогущего, сказав, «Господь, Ты мое упование». Так вы входите в место благодати, укрываетесь под Его крыльями. Для этого нужно прославить Его имя. Вот что означает «да светится имя Твое». А когда вы вошли к Богу, тогда вы можете продолжать свою молитву. Но начинается все именно с этого. После идут другие обещания. «Не приключится тебе зло». Но это только для тех, кто вошел в тайное место. «Язва не приблизится к жилищу твоему». Это тело, это наше жилище. Ты совершенно прав. И мы можем верить, что никакая язва не приблизится к нашему телу или даже к нашему дому. Мы не принимаем это, потому что мы находимся под тенью Эль-Шаддая. Слава Богу! «Ибо ангелам своим заповедает о тебе». Когда мы входим к Богу, это запускает служение ангелов в нашей жизни. Все это благодаря тому, что мы вошли в тайное место. Но иногда нам хочется стоять далеко от Бога и просто забрасывать Его молитвами. «Господь, у меня сейчас нет времени, но помоги мне в этой ситуации». Мы не приближаемся к Богу, мы не входим к Нему. А как мы это делаем? Почитая Его имя и благоговея перед Его именем. «Господь, Ты моя скала, Ты мой избавитель». Когда мы делаем это, мы оказываемся под тенью Его крыльев. Интересно, что это не все обещания об ангелах. Да, это так. В 11 стихе сказано, «Ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. Избавлю его и защищу его, ибо он познал имя мое». Это же враги, не так ли? Верно. Я вспомнила одну историю о служении ангелов. Это было давно, когда я училась на секретаря в Винчестере. Я собиралась перейти дорогу на зебре и вдруг почувствовала, что какая-то сила тянет меня назад. За долю секунды из-за угла вылетела красная спортивная машина. Я никогда этого не забуду. Кажется, что он ехал со скоростью 80 км в час, при ограничении 50 км. Если бы я встала на ту зебру, а я имела на это полное право, я посмотрела по сторонам, и там ничего не было. я была бы уже мертва. Он бы меня сбил. И я знаю, что ангелы рядом. Они защищают нас, чтобы мы не приткнулись ногой о камень. Слава Богу! Хвала высвобождает ангелов, а также дает нам помазание для борьбы с лукавым. Мы не можем разобраться с ним своими силами, а тут сказано, что мы будем наступать на змея, мы будем попирать демонические силы, мы будем сидеть в тайном месте Всевышнего. Это очень высокое положение, оно выше положения лукавого. Когда мы входим в это место, то мы автоматически имеем право на использование власти над дьяволом. Слава Богу! Но обратите внимание, что сказано в 14 стихе. Это уже слава Богу. «За то, что Он возлюбил меня». Вот как мы начинаем свои молитвы, выражая свою любовь к Богу. «Отец Небесный, я люблю Тебя, Ты моя жизнь и моя крепость». Так мы выражаем Ему свою любовь. А затем сказано «поэтому избавлю его». Можно добавить «поэтому я отвечу на все его молитвы». Слава Богу! Почему? Потому что он полюбил меня и осветил мое имя. И за это все его молитвы будут отвечены. Дело не в том, что Бог жадничает. Пока мы не начинаем прославлять Его имя, мы не оказываемся в том положении, где наши молитвы начинают срабатывать, и где мы можем сотрудничать с Богом. Поэтому через такие молитвы Бог не может сделать то, что Он хочет, но поскольку Он возлюбил меня и прославил мое имя, я избавлю его, защищу его. А почему? А потому что он познал имя мое. А вы знаете его имя? Тогда вы должны провозглашать это имя над своей жизнью. Если Бог не может заставить двигаться ваши губы, то вы хотите, чтобы Он сдвинул с места вашу ситуацию? Нужно говорить «Господь моя скала». «Мое прибежище воззовет ко мне». Это еще один вид молитвы Господу. «Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его. И явлю ему спасение мое». Это означает, что я покажу ему ответы на его молитвы. Но для всего этого есть условия. Мы должны сперва почтить или осветить Его имя. Мы входим в Его присутствие с благодарением и во дворы Его с хвалой. Аллилуйя! После этого вы заметите, что остальная часть вашей молитвы помазана. Молитва станет эффективной, слава Богу. Мне нравится, как сказано в послании к евреям 13 главе. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, а также жертву благодарения». Что такое жертва хвалы? Даже когда мне плохо, когда я болен, я приношу жертву хвалы. Я говорю «Спасибо, Господь, Ты мой целитель». Есть два вида благодарения. Один простой, когда вы уже получили ответ. Это прекрасно, и вы говорите «Спасибо, Господь! Спасибо за исцеление!» Но есть и второй вид благодарения. Когда ответа еще нет, это жертва хвалы. Это высокий уровень хвалы. Вы еще не чувствуете себя хорошо, вы еще не получили свой ответ, но опираясь на верность Бога и на Его обещание, вы говорите «Спасибо, Господь! Ты мой целитель! Спасибо за то, что Ты слышишь мои молитвы». То есть вы благодарите Бога за благовременно, полагаясь на Его верность. Если бы отец сказал сыну, «Сынок, я обещаю, что подарю тебе велосипед». Если сын доверяет отцу, то для него эти слова равны тому, что у него уже есть велосипед. И он не будет говорить, «Подождем и увидим, и тогда я скажу тебе спасибо». Это было бы неверием. Нет, правильно так. Отец, ты пообещал мне, я благодарю тебя, потому что это уже мое. Это вера и это жертва хвалы. Господь, ты мой целитель, ты моя сила, ты моя мудрость, да светится имя Твое, то есть плод уст, прославляющих имя Его. А зачем нам прославлять Его имя? Потому что Его имя принадлежит нам, и в нем есть сила. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Богу угождает, когда вы приносите Ему жертвы хвалы и благодарения, когда вы провозглашаете Его имя еще до того, как видите ответ. В 49-м псалме есть прекрасное обещание, в котором также используется фраза «жертва хвалы» или «благодарения». «Кто приносит в жертву хвалу и благодарение, тот почитает меня, мой характер. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Опять же, переводчики не до конца поняли, что здесь сказано, поэтому упустили смысл. Тут сказано, когда вы приносите жертву хвалы, вы прославляете Бога и создаете путь, высокий путь или маршрут, по которому может течь сила Божия и может проявиться спасение Божие. Давайте я прочту вам это в расширенной версии, и все станет яснее. Кто приносит в жертву хвалу и благодарение, тот почитает и прославляет меня, и тем самым он готовит путь для моей славы, чтобы я мог явить спасение Божие. Иными словами, принося жертву хвалы, вы готовите путь для того, чтобы Бог двигался и проявлял себя в вашей жизни. О, слава Господу! Я явлю свое спасение тому, кто принес мне жертву хвалы. Прекрасный тому пример – это история Иосафата из 20 главы 2 книги Паралипоменам. Он услышал об огромной армии, которая была в несколько раз больше их армии, и тогда он пошел спрашивать Бога, что же им делать. Молитва Иосафата удивительна. В 6 стихе сказано так: «И сказал, Господи, Боже отцов наших». «Не ты ли Бог на небе?» Как видите, он начинает не с разговора о врагах. Вначале он прославляет Бога. «И ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против тебя». Далее он говорит: «Ведь это ты дал нам эту землю. Ты сдерживаешь завет, который ты заключил с Авраамом. И эта земля — это исполнение твоего обещания». Так Иосафат размещает себя в Боге. «Ты Творец, Ты Всемогущий, мы в завете с Тобой». А вот как он начал свою молитву перед тем, как говорить о врагах. А потом он сказал: «Господь, смотри, что они делают. Тебе нужно что-то с ними сделать. Эта армия слишком большая для нас». И 12 стих: «Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе, Отче наши». Вот в чем ключ. Когда к нам приходит большая проблема, то нам проще всего переключить свой взгляд на нее и лететь в пропасть. Но наши глаза на Тебе, Господь. Ты больше, чем эта проблема. Слава Богу! Далее 15 стих. «Так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война, а Божия. Завтра выступите против них. А вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины, перед пустынею и Иеруилом. Бог дает им разведданные о враге. Не вам сражаться на сей раз. Вы встаньте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам, Иуда и Иерусалим». И я тут кое-что увидел. Тут сказано: «Встаньте, стойте и смотрите на спасение Господне». Но имеется в виду не обычное расположение, а духовное. В первую очередь вы должны расположиться под Божьей благодатью. Вам нужно стоять спокойно и стараться не сражаться по плоти, потому что вы не можете победить своими силами. Стойте спокойно в Господе и наблюдайте за спасением от Господа. Смотрите, как Бог побеждает ваших врагов, как Он одерживает победу в вашей жизни. Вам нужно стоять спокойно и наблюдать за этим. Тут речь не идет об обычном расположении. потому что в следующей строке сказано, что завтра им нужно идти в наступление. Бог не дал им два противоречащих друг другу повеления. Он говорит, что вначале вам нужно успокоиться, прийти к Богу и увидеть Божью победу в вашей ситуации. Прославляйте и превозносите Его имя, пока не увидите Его победу, и пока Бог не станет больше вашей проблемы. Как только вы увидите это, как только вы увидите, как Бог сражается за вас, тогда можно переходить к следующему шагу. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. В нашей молитвенной комнате мы стоим и видим спасение Господне. Затем мы выходим из молитвенной комнаты и идем навстречу проблеме, прославляя Бога. Иосафат так и сделал, оставил певцов Господу, чтобы они в благодарности благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». Так они прославляли Бога и заявляли, что Он их победа в этой ситуации. «Ты дашь нам победу». И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между их врагами, и были они поражены. Когда вы начинаете славить и благодарить Бога, вы прокладываете путь для Божьей силы, которая уничтожит ваших врагов. Вот как мы должны выходить из нашей молитвенной комнаты, славя и воспевая Бога, благодаря Его за то, что Он услышал нашу молитву, и это высвободит Его силу в нашу ситуацию. Мы говорили о массовом вторжении, с которым столкнулся Иосафат. А вы знали, что это также пророческое слово о вторжении, которое произойдет совсем скоро? Огромные армии вторгнутся в Израиль, но Бог вмешается, уничтожит эти армии и будет сражаться за Израилем. Все это описано в этой книге «Неизбежное вторжение в Израиль». В комплекте с ней идет DVD, и книга и диск стоят по 7 фунтов. А еще вашему вниманию книга «Иерихон» и Иисуса Навина. Она как раз о том, о чем мы говорили сегодня, как с помощью хвалы и провозглашений стены Иерихона пали. В книге есть фото из Израиля, подтверждающие правдивость истории. В книге также идет DVD за 7 фунтов. Чтобы сделать заказ, вы можете позвонить нам или прислать чек на мое имя.